говорит Москва. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города. Встречаться приходится, но уж когда довелось, вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Выпьем за тех, кто неделями долгими в мерзлых лежал блиндажах, бился на Ладоге, дрался на Волхове, не отступал ни на шаг. Бился на Ладоге, дрался на Волхове, не отступал ни на шаг. Тех, кто командовал ротами, кто умирал
Вася.